Здравствуйте. Здравствуйте, Вячеслав Викторович. Скажите, какое решение принял Совет? Будут заседания пленарные на следующей неделе? Совет Государственной Думы принял ряд решений, которые касаются не только проведения пленарных заседаний на следующей неделе, но и планировал работу в мае, в июне месяце. Речь идет в первую очередь о рассмотрении законопроектов приоритетных, которые мы ждем от правительства. В рамках пленарного заседания, которое назначено на 14 апреля, мы их рассмотрим. Также договорились, что пленарное заседание пройдет 17 апреля, на следующей неделе, в пятницу, на котором будут рассмотрены приоритетные законопроекты правительства, законодательные инициативы, направленные на оказание поддержки нашим гражданам, малому и среднему предпринимательству, решение других вопросов, которые сегодня ждут от наших граждан. Мы также обсуждали вопрос отчета правительства. Вы знаете, что это норма конституционная. Ежегодный должен быть отчет правительства Российской Федерации в Государственной Думе. Регламент определяет рассмотрение отчета в течение весенней сессии. Мы договорились, что отчет правительства из повестки следующей недели мы переносим на более поздний срок, учитывая, что и эту неделю, и предыдущую неделю все фракции Государственной Думы имели возможность в рамках совещания в режиме видеоконференции общаться с правительством Российской Федерации, обсуждать вопросы с председателем правительства актуальные, если хотите, крайне важные для жителей нашей страны. Мы сейчас завершили эти совещания, и у всех есть понимание, что правильно было бы отчет отложить, возможно, это будет июнь месяц, а в мае месяце, в июне, заслушать в рамках правительственного часа министров Российской Федерации, которые имеют отношение к блоку вопросов здравоохранения, социальной сферы, высшей школы, промышленности и торговли и экономики. Эти вопросы мы обсудим на следующей неделе в рамках пленарного заседания 17 апреля. Таким образом, организуем свою работу.